Весна – коварное время года. Из-за перепадов температуры гололед чередуется с таянием снега. На дорогах появляется грязь, поэтому сотрудники Госавтотехнадзора следят за содержанием стройплощадок. Они провели очередной совместный рейд с представителями управления строительства. Объектом внимания стала площадка многоквартирного дома в микрорайоне Клязьма-Старбеева. Начинается потепление, тает. Появляются так называемые подснежники. Мы их убедили, что они имеются. Мусор, то есть. Дальше ограждение ненадлежащее. И второй вопрос, который мы проверяли, это гололед на леди. Представители застройщика, в зоне ответственности которого найдены нарушения, вызваны в административный отдел. За ненадлежащее содержание территории нарушителей ожидает штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей. На днях был утвержден стандарт организации строительных площадок на территории городского округа Химки. Постановление включает в себя 15 пунктов, по которым дадут общую оценку. Пункт мойки колес, контейнеры для содержания мусора, санитария, обустройство бытовых городков, организация дорожного движения, обеспечение пожарной безопасности. Также в перечень стандарта входит содержание 5-метровой зоны за строительной площадкой, ограждение с использованием специального бренда и другие. Согласно этому документу, представители администрации будут контролировать содержание строек.